Декомпрессия позвоночника дома с чувством, с толком, с расстановкой. Частые боли в спине – плохой знак. Причины некомфортных ощущений в области спины могут быть совершенно разными. Слабые мышцы, зажимы и сплющивание позвоночников, сидячий образ жизни или непосильные для спины физические нагрузки. Какой бы ни была причина, более ясно одно – ситуацию нужно кардинально менять. Чтобы боль в спине тебе не досаждала, достаточно выполнить всего несколько упражнений в день для растягивания позвоночника. Это поможет избавиться от ужасного чувства напряжения в спине и пояснице. Предупредит появление костных наростов, остеофитов. Данная серия упражнений довольно легкая. Ты можешь выполнить их сам или скооперироваться с другом, который тоже не прочь выровнять спину. Декомпрессия позвоночника доступна в домашних условиях, но обязательно мягкий коврик. Упражнение номер один. Сели в позу неполного лотоса. Снаружи обхватили ноги снизу и стали делать перекатики. Влево, вправо. Можно делать два раза влево, два раза вправо. Это как вам будет удобнее. Упражнение номер два. Не меняя позы, делаем перекатики вперед-назад. В сторону головы стараемся делать перекатик как можно глубже, для того, чтобы позвонки протянулись. Упражнение номер три. Выпрямили ноги, руки завели за спину, тело наклонили к ногам и сделали переворот в одну сторону и в другую. 4-6 раз достаточно. Упражнение номер 4. Вернулись к начальному положению. Руками сверху обхватили голень ног. Исходное положение. Спину согнули в дугу. Выдохнули. И далее, выпрямляя спину вперед, снизу вверх, описываем подбородком воображаемый круг снизу вверх. При этом спину выгибаем как можно глубже вовнутрь. Вдыхаем. И далее снова сгибаем в дугу. Выдыхаем. Вдох и выдох – это обязательно. Упражнение номер 5 – то же самое, что и упражнение номер 4. Но теперь движения делаются наоборот. Не снизу вверх, а сверху вниз. И обязательно при этом надо дышать. Упражнение номер 6. Исходное положение то же самое. Но теперь описываем круги подбородком по горизонтали. Слева направо и справа налево. И последнее упражнение, так называемые фонарики. Руки согнули к плечам и стали плечевым поясом раскачивать слева направо. Плечи при этом расслаблены. В процессе упражнения можно выпрямить руки, а потом снова изгибать плечам. После декомпрессии позвонков можно перейти к массажу спины. Ссылка внизу под видео.